В преддверии 12-го фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей-2018» состоялась встреча представителей СМИ с руководителями государственных и независимых театров региона. Мы очень рады, что этот фестиваль каждый год проходит по-разному, но каждый год вызывает интерес нашей общественности Ульяновска и Димитровграда. И здесь все театры, у нас как бы 9 участников в этом году фестиваля, 9 театров государственных и негосударственных. В конкурсной программе принимают участие только 8 театральных коллективов. Димитровградский драматический театр имени Островского не смог выдвинуть на конкурс премьеру прошлого сезона, поскольку долгое время работал без режиссера и новых постановок не было. Об этом сказал новый директор и художественный руководитель театра Ольга Панченко. Нашему театру нанесена большая травма, мы остались без главного режиссера и части актеров, поэтому, в общем-то, сейчас выходим из этого трудного положения, и есть уже новые премьеры. Однако Димитровградский драмтеатр в числе приглашенных и покажет 22 марта на сцене Ульяновского драмтеатра комедию «Боинг-Боинг». Зато на конкурс представил свой спектакль Ульяновский театр-студия «Infant Terrible», который в прошлом году в фестивальной программе не участвовал. Ну, сейчас не без радости возвращаемся в это фестивальное русло «Лицедей». Ну, покажу премьеру прошлого года, Ваня Датский, спектакль поставлю по излюбленному нашему автору Борису Шергину. Откроет фестиваль спектакль «Чайка» Ульяновского драматического театра имени Гончарова в постановке Искандера Сакаева. Не очень традиционный для нашего театра спектакль, такой несколько необычное зрелище, который уже побывал на фестивале «Волга театральная» в Самаре, который завоевал очень серьезное признание на фестивале в Санкт-Петербурге, вернее, на гастролях в Санкт-Петербурге, где мы показывали, открывались тоже, или закрывались этим спектаклем. И оценка критиков и зрителей была достаточно высокая. Внесены изменения в программу фестиваля. Из-за непредвиденных обстоятельств в Ульяновском театре кукол имени Леонтьевой, как сказал директор театра Александр Колтун, один из артистов жестоко сломал ногу. Пришлось заменить конкурсный спектакль «Мюнхгаузен-шоу» на спектакль этого сезона про Федота Стрельца «Удалого молодца». Специальным гостем фестиваля станет заслуженный артист России Игорь Ливанов, который представит музыкальный спектакль «Ревю. Любовь и звезды». Жюри возглавит известный актер Российского академического молодежного театра Юрий Григорьев, известный широкому зрителю по фильмам «Белый бим, черное ухо», «Гости из будущего», а также по участию в программе «Спокойной ночи, малыши». Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.